Всем привет, дорогие друзья, с вами доктор Голден, и сегодня я продолжаю проходить сервисом Fusion, и у меня тут куча модов, я решил поэкспериментировать с другими модами. Так, я взял, оставил Real Russian Samples Pack от Metal Tales, с ним я продолжу проходить. Включил я Twin Soldiers, надеюсь, вы знаете, откуда эти персонажи. Вот эти персонажи из какого... Ну, вы можете знать, откуда они взяты, эти персонажи, вот эти, которые на экране. Я включил также халфары и дэмэдж. Никакой перезарядки отныне в ПФЕ. И чики-брики камикадзе. Давайте посмотрим... Не посмотрим, а продолжим проходить на то, на чем я остановился. Сломанные крылья. Если вы захотите другие моды посмотреть на моем канале, я буду рад. А пока что мы продолжим сломанные крылья. Так. Камикадзе могут быть полезны. Взорвать одного из них, когда рядом окажется куча других противников. Ну хорошо. Ну что ж, погнали. Это право Дельта-9. Стоун в зоне видимости. Сэм, мы сейчас тут не сядем. Двигай к точке эвакуации. Понял, Гард. Черт. Прогрузка. Прогрузка текстур полная шлакина. Блин. Пока дождешься перезагрузки этих... Прогрузки этих... Нету никаких перезарядок патронов, можно спокойно проходить из перегруза. Гнарова! На! Будешь знать, как меня пугать! Так, бегут, бегут, бегут! Секретик. Вот,
зарядники. Насчет этого секрета я не знал, что он тут есть, когда не обращал внимания, что очень зря. Еще один секретик. Сейчас будет самое жаркое. Потопал. Без меня тусовку не начинайте. Блин, тут есть еще секретик. Здоровница. Один секрет. Так. Возьмем пистолетик. Так. Отлично, погнали. Я тут шутки шучу. А в оригинальной части, в оригинальной сердце, то есть, которая не которая отдельная игра. Тут, там она, тут на туристе уже появляется, тут на поинтересации будет уже появляться. Huh!
Довольно хороший тут обход можно сделать, не сражаясь с той кучей врагов, если когда мы заходим. Вот тут можно сократить, но когда-нибудь пути. Да я не помню, что мы когда-нибудь искали легкие пути. Но лучше все-таки пойти по хардкорной части. Четвертого сцена, потому что то, что ты нам много места. Инопланетный бифштекс. Гаррет, я на ТЭ. Разгреби этот зверинец, иначе мы не сможем сесть. Вас понял? Thank you.
Зона готова. Сваливаем отсюда. Понял.
слышу миниган. Бургер из инопланетян. Мой любимый. Дай пять. Больно, солдат! Назвали на этом уровне, наверное, с конвертом. То ли
Ай, наши локализаторы считаны и бабло. Блин. Ай, пофиг. Вот гранатомет. Это ракетница, а не гранатомет. Гвен, я на месте. У вертолета. Что с Гарретом? Погиб. Нет. Так, да. Нам удалось расшифровать таблички, над которыми работал Штейн. Похоже. Гвен, я перезвоню тебе через секундочку, ладно? Что у тебя там? Эй! А ну свалил с моего вертолета! Thank you.
прием. Это может подождать? Я все еще пытаюсь спасти нашу птичку. Я думаю... Не сейчас. Черт, пока он поймет, что пока игра поймет, что больше нет врагов, что уже все пора закругляться. Давайте уже завершать этот уровень, блин. Порядок. О ней я даже не спрашиваю. Ништяк. У меня есть для тебя новости. Мы прочитали таблички, с которыми возился профессор Штейн. Если коротко, в них говорится, что в пирамиде Хеопса есть тайная комната. Ты должен туда попасть. Я высылаю вертолет. Забудь. Нет таких пилотов, которые здесь смогут летать, а не падать. Короче, Квин, я вижу ее отсюда. И ты знаешь, я люблю гулять по песочку. Ты взбесился? Там полно инопланетян. Полагаю, я тут закончу. Ох, как меня... Хорошо. Обычный уровень сложности, а я уже 4 уровня прошел. Ну да ладно. Думаю, я смогу пройти оставшиеся такими темпами. Рано или поздно. Но биомеханоид меня заставил помучиться, как видно. Ладно, всем удачи и пока.